Здравствуйте, я преподаватель химии Высшего медицинского колледжа Управления общественного здравоохранения города Алматы, Тугельбаева Гаухар Хамзатовна. Тема моего урока – высокомолекулярные соединения. Полимеры. Мы с вами ознакомимся с происхождением полимеров, составом основной цепи, отношением к нагреванию, формой макромолекул, способом получения и стереорегулярностью. Полимеры – это вещества, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся группировок или мономерных звеньев, соединенных между собой химическими связями. Относительная молекулярная масса вещества – более 5000. Мономеры. Мономеры – это низкомолекулярные вещества, из которых образуются полимеры. Относительная молекулярная масса мономеров – это менее 500. Что такое олигомеры? Олигомеры, греческое «олигос», означает «немного», также относятся к высокомолекулярным веществам, молекулы которых состоят из числа повторяющих группировок и имеющие относительно молекулярные массы вещества в пределах менее 500, максимально 5000. Полимеры – это крупные молекулы, состоящие из десятков и сотен тысяч, иногда миллионов атомов. Презентации видны вам. Формула полиэтилена, поливинилхлорида, крахмала. С изменением числа атомов изменяются и свойства макромолекул. Макромолекулы химически чистых полимеров состоят из многократно повторяющихся структурных звеньев. Происхождение полимеров. Происхождение полимеров у нас бывает природные, синтетические, искусственные. Природные полимеры получают в ходе фотосинтеза и биосинтеза из простейших соединений под действием ферментов и ультрафиолетовых лучей. Это вещества целлюлоза, крахмал, лигнин, белки, натуральный каучук, графит, алмаз и другие. Искусственные полимеры получают в химической модификации природных полимеров, обрабатывают природные полимеры кислотами, щелочами, ангидридами кислот, солями и другими реагентами. Получают такие продукты, как ацетаты, нитраты, ксантогенаты, целлюлозы, метил-этил, карбоксиметилцеллюлозу. Синтетические полимеры получают синтезом из простейших низкомолекулярных соединений мономеров. Сюда входят полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. По форме макромолекулы органические полимеры делятся на линейные, разветвленные, гребнеобразные, звездообразные, поликатеноновые, полиротоксаны, лестничные, полимерные сетки, дендритные. Полимерные изделия делятся на типы: конструкционные пластики, это обычные пластмассы, эластомеры, относятся это каучук, резина, волокна и нити, это пряжи, пленки, лаки, также краски. Методы получения полимеров. Первый метод – это полимеризация. В процессе полимеризации реакция протекает последовательно. Соединяются как одинаковые, так и различные молекулы мономеров, выстраивая одну сложную молекулу полимера без выделения и образования побочных продуктов низкомолекулярных соединений. Здесь вам видны формула пропилена, то есть пропен, и полипропилена. Метод полуконденсации. В процесс полуконденсации реакция протекает ступенчато. Молекулы одного или нескольких мономеров, соединяясь между собой, образуют макромолекулу полимера и побочно выделяют тот или иной низкомолекулярный продукт – воду, спирт, хлороводород или аммиак. На примере показана формула аминокапроновой кислоты, где продуктом реакции дальше у нас продолжается формула капрона. Состав основной цепи. Элементарно-органические, то есть силикон, это такие полимеры, которые в основе цепи содержат атомы не только углерода, но и других химических элементов. Органические входят белок, неорганические – селен, тейлур.
Стереорегулярность. Стереорегулярность у нас делится на два вида. Это стереорегулярные, то есть полимеры с чередованием звеньев в определенном порядке. Нестереорегулярные – это полимеры с произвольным чередованием звеньев. Отношение к нагреванию. Термопластичные. Они имеют свойство обратимо, твердеют и размягчаются. Термореактивные. При температуре утрачивают способность переходить в вязкое состояние. Физические свойства полимеров обладают гибкостью, плотностью и твердостью. Химические свойства полимеров – это способность изменять физико-химические свойства под действием малых количеств реагента, то есть вулканизация каучука, дубление кожи и так далее. Второе. Высокая вязкость раствора при малой концентрации полимера. И третье – это растворение полимера происходит через стадию набухания. Полимеры в медицине. Область применения медико-биологических полимеров обуславливает очень высокое требование к ним. То есть они должны обладать нетоксичностью, во-первых. Во-вторых, это высокой чистотой. Вред высокомолекулярных соединений на природу. Полиэтиленовые пакеты наносят очень серьезный вред экологии. Вред пластика. В окружающей среде выброшенные пакеты сохраняются длительное время и не подвергаются биологическому разложению. Таким образом, они образуют устойчивое загрязнение. Разовые посуды выделяют стирол экстраген. Повторно нельзя использовать разовые стаканы, то есть он будет выделять фталаты, а также выделяют вредные вещества в жирные продукты. Нагревать следует пластиковые изделия не выше 280 градусов Цельсия. Советы по использованию полимеров. Принеся продукт из магазина, незамедлительно переложить в стеклянную, металлическую или керамическую посуду. Пользоваться пластиковой посудой только для холодной пищи и воды. Отказываться от пластмассовой посуды в пользу деревянной, стеклянной, фарфоровой, а также металлической. Горячие напитки лучше всего пить из полипропиленовых стаканчиков. Вместо тефлоновой сковороды или кастрюли выбираем из нержавеющей стали или чугуна, а также эмалированную посуду. Убедитесь, что в составе покрытия и одежды нет тефлона, который во время носки начнет выделяться. Внимательно следить за маркировкой пластмассовой продукции, особенно когда покупаете детские игрушки. Избегайте нагрева продуктов питания в пластиковых контейнерах, хранения жирных продуктов в пластиковых контейнерах или пищевой пленке. Используйте одежду, постельные принадлежности и мебель из натурального сырья. Спасибо за внимание.